субботу вечер, 26 июня. День не был жарким, как вчера, но душновато. Лето. Немножко тучки набежали. Видимо, близко к дождю. У меня все хорошо. Постигаем новые горизонты техники. Как оказывается, ну, практика показывает, что проблема не является таким импетусом, стимулом для решения, для развития. Вот так вот. Заказал кое-что там, мультиметр. Надо байк подремонтировать, чтобы напряжение падает. Вот. Вот так. Машина, мотоцикл. Уже почти 7:30 вечера. Сейчас приму душ и пойду прогуляюсь. За компьютером много сидел. Получил разрешение на работу в пятницу, на прошлой неделе, ну, скажем, первый шаг, много еще впереди, посмотрим, не буду дергаться, все по плану, все хорошо, состояние нормальное, здоровье есть, зубы тьфу-тьфу не болят. Вот, лекарства есть, витамины пью. Бегаю по утрам, тренировку провожу. Поэтому все нормально. It's okay. С телом все нормально. Придут люди, которые будут иметь общую миссию, ну и общий интерес, общий дух, дело, жизнь, пойдем вместе. Все нормально. Everything is fine. Ну, это сообщение, наверное, больше для семьи, семьи Паренковых. Общаемся постоянно. Поддержим связь. We maintain relationship. We develop it. Пока. Good evening, my friends. Okay, oh, I am Alex. Oh, yesterday I had a very unusual and fast-paced day. It was Sunday. And I got stuck in East Orlando near Harley-Davidson dealership, e-store, due to lack of electricity of my bike. I noticed that dashboard was flickering and the bike was shut down. The battery was drained during the ride. So I didn't realize in that time what's happened. I tried to charge my battery. I got a booster, yeah, because I put my booster in my backpack,
but the bike turned on, but after 300 feet the bike was off. Something broke down, and I had adventure, big adventure. And I drove back and forth. I bought a new battery, but as turned out, the reason of problem wasn't bad battery. I spent, well, it cost me about $150. But anyway, I'm not in a rush. I would like to find out this problem smoothly. I will make a decision, make a right decision, smart decision, because I don't want to make upcoming mistakes. Yeah, stop losing money. Okay, it's my short video. I have come to play tennis.